Оператор скрытый, сколько у меня площадка. Ну, вот СМИ, давайте, чтобы прозвучало. Вот у нас два крупных таких объекта на сегодняшний день ведется. Это третья часть аллеи, где, значит, стела «Журавли» и мост между аллеей, третьей частью, и Белкиным парком пешеходный с велодорожкой. Значит, уже видны результаты. За две недели многое было сделано. Вот мы сейчас стоим на лыжи-роллерной трассе в Белкином парке. Зимой здесь на лыжах будут кататься. Значит, наши спортсмены-лыжники, также гулять жители города и спортом заниматься любительским. Также летом можно будет прокататься на лыжи-роллерах. Тренировочный процесс для лыжников будет постоянный, круглогодичный. Также для любителей активного отдыха сегодня мы видим уже остов, так скажем, Тюбинг-горки. Можно будет круглогодично также и пользоваться. В общем, работы идут. Работы продолжаются. До конца октября у нас задача сделать все и объявить открытие, пригласить жителей. До какого числа все работы планируются? До конца октября.